Привет. Сзади меня китайский квартал. Ну, собственно, начинается тут. Я только что зашла. Утро. Ребята начинают готовиться к началу приема посетителей. Я тоже пришла сюда позавтракать. Так что сейчас вот буду смотреть, выбирать, где что поесть. Я люблю брать тейк-эвэй на вынос. Вот, недорого. Во-первых, 10 фунтов, иногда 7 бывает, смотря какое найдете место. И там все вам наложат, как шведский стол. Вот видите, предлагают 20% скидки на еду, вот объявления висят, чтобы завлечь посетителей. Ну, вот так выглядит, короче, китайский район. Вот такая тут красивая красота. Кроме того, что стричь бабло, никто тут ничего не красит, не ремонтирует. И, собственно, парень стулера вытаскивает. Готовит место для посетителей. Сейчас время 11 утра. Среда. Третий день после карантина. В понедельник нас открыли, сегодня среда. Цены, вот я вам сейчас скажу. Креветки, курочка, макароны. Вон внизу цены. Так, цены, порция. Брокколи 10 фунтов. Нормально, так ничего, да? Брокколи — это капуста. Даже я слов-то таких не знаю, что они тут дают. Вообще, вегетарианская еда, короче, 8 фунтов, 10 фунтов. Окей, это у нас что? Типа пельмени, не знаю, как вот они, это из свинины и китайского этого, как оно, мясо, не знаю, что это такое, 9 фунтов порция, отваренные 2 яйца, 5,50, прелесть. 5,50, это все в фунтах, ребята, шикарно, шикарно. Так. Вот эти две будды, короче, льва, поставила компания China Travel Service Limited. Это два китайских льва от его величества герцога Глочерского 29 октября 1985 года. О как! Напомню, кто не знает истории, китайские львы – это собаки. Это собаки-пекинезы, по легенде. Китайские львы охраняли императора, жили только в императорском дворце Пекинезе. Вот. Это такая легенда. Вот этот вот суп с ложечками, что тарелки, я помню, очень давно-давно что-то я пробовала у них. До сих пор помню, какой-то противный такой вкус. Больше никогда его не беру. Так, вот. Вот что я искала. Вот такие вот, чтобы можно было положить туда-сюда. Сказали сначала заплатить. Сказали сперва заплатить. Тетечка очень долго объясняла. Типа дай бабло, потом будем разговаривать. Сейчас будем выбирать, что кушать.
Bet aš nežinau, ar čia jis ir kriausiais iš šimtą kartų kaip nuo. Na, visu. Так, вот прошу ее, что мне наложить. Чем для этого надо бирать? А, ну. Когда? Так, говядину беру. Так. Вот это вот что-то, это свинина, я думаю, что это порк. Ну да. Я думаю, что это порк, окей. Что мы так дальше идем? Дальше. Грибы. Беру грибы. Она спрашивает, может еще что? Я говорю, не знаю. Так, ну вот теточка мне уже несет кушать. Thank you. Okay. Thank you, darling. Okay. Thank you very much. You finish one year and you back 2 years, okay? Again, one more. Thank you. Yeah? Thank you. One pack. One more pack, okay? Later. Thank you. Thank you. Вот она сказала, что когда я поем, чтобы я ее позвала, она мне там что-то там еще даст, короче. Так, ну рис понятно. Рис это вкусно. Вот это вот я взяла нарезанный ламп, баран. Баран, наверное. Да, хорошо. Угу. Хорошо. Это сладкий перец. Сладкий перец, я очень люблю, как они его тут делают, именно китайцы. Угу. Очень. Заплатила 9 фунтов, а здесь я их спросила, она говорит, 10 фунтов, без разницы, что кушаешь на улице, что там. Ну вот у меня, так сказать, ранний обед, поздний завтрак, потому что я встала рано. Я встала в 7 утра. Да, грибочки. Хорошо, да. Видите? Обыкновенные шампиньоны, порезанные пополам просто. Вот. Ну вот, собственно, китайский квартал. Вот так начинается утро. У меня, правда, уже ближе к обеду. Ну вот как-то так. Обычно я еще у них беру макароны, вернее вермишель, вот так сказать. Но сейчас не взяла, тарелка маленькая, уже ничего не влезет. Они ж тут тоже, понимаете? Клади сколько хочу, дают маленькую тарелку, чтобы много не положил. А в ресторанах, дорогущих ресторанах, там громадная тарелка, посреди лежит вот такой вот один кусочек перца. И все. Знаете? Вот как-то так. Угу. Хорошо. Да, хорошо. Ну вот как-то так. Вот у них тоже, смотрите, написано take-away 6 фунтов, eat-in. 9. Это на вынос 6 фунтов, внутри кушать 9. А мне она сказала 10. Написала на бумажке десятку, да? Потом типа будешь кушать. О, видите, как бизнес делают. И берут они, кстати, только кеш, они карты не берут. Понимаете? То есть чеки не дают. Чек мне не дали, об оплате. В конце дня. Знаешь, сколько хотят, только и напишут, сколько они доработали. Иначе, как уходят от налогов. Потом напишут, что прибыль равна тратам. Ну, то есть ничего не заработали. И все.
На улице ничего, так ветерочек вот начинается. С утра ворчина сплевала. Потом разошлось, ничего так, солнышко. Ну вот как-то так. Пойдем гулять дальше. Вот смотрите, если с Пикадилли заходить в китайский квартал, смотрите на стене, какое, какой дракончик вас встречает. Вот такой вот. И вот с Пикадилли вход в китайский квартал. Да, только что мы с вами там покушали, и я как бы иду гуляю дальше. Пока!